Экс-губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко сегодня найден мертвым с огнестрельным ранением в шею в собственном доме. По неофициальной информации, рядом лежало охотничье ружье. 60-летний Пеклушенко был нардепом регионалом 6-го созыва. С 2011 по 2014 годы возглавлял Запорожскую область. После бегства Януковича был отстранен от должности, а его имя фигурировало в деле о силовом разгоне Запорожского Майдана. В милиции главная версия — самоубийства. А вот советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке опубликовал три версии гибели Пеклушенко: суицид, доведение до самоубийства и умышленное убийство.